всех за раз вас не отпустишь. Не, ну так этот, мы же тоже сюда заезжали, меняли нахуй целиком. Все заехали и все уехали. А ну Путин, блядь, когда полгода нахуй. Ну а если здесь так он будет делать, мы-то здесь как потеряшки, у нас командование нахуй, все другое нахуй. У нас здесь добровольцы его нахуй на полгода 20 тысяч зарплаты получили, и прокуратура разбирать, разобраться не могут. Тут пиздец. Народу-то нахуй связывают, везде нахуй там, за лентой сидят нахуй, водку пьют нахуй. Народу-то много нахуй, завести есть кого просто нахуй. Зависит от командования, взять не заморачиваются. Сказали, сидите нахуй до конца нахуй, все. Должны вообще нам каждые два месяца переодевать, а мы уже, блядь, полгода в своей купле находим. Я тебе и говорю, что ты все равно, я там должен переодеть, дать новую робу. Не, ну мы видишь, мы этот, просто попали в такую, этот, в пятнашку, которая, нахуй, миротворцы, нахуй, и ее распиарили всю, полностью. А нами забили ее, хотели расформировать, нахуй, а нами забили, нахуй, чтобы ее не расформировали. Поэтому мы и сидим, нахуй.